Всем здорово, ребят, хэллоуинский ивент идет в самом разгаре, и сегодня утром нам добавили 8-го квестового персонажа, где основной задачей пройти лабиринт, собрать таинственные предметы и сделать изображение. Это довольно-таки сложный квест, с которым, кстати, у тебя могут возникнуть проблемы. Именно поэтому сегодня я делаю полный гайд на прохождение данного квеста, но я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majesty коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Так, ну что, ребята, нам, как вы поняли, добавили 8-го квестового персонажа, и давайте приступим к его прохождению. Подходим к нему и берем у него задание, после чего нас перекидывают в другой Dimension, и наша задача пройти через невидимый мост. Именно туда, где изображены синие частицы. Ну и чтобы пройти этот мост, мы спокойно идем прямо противоположно той самой горы, и под конец вам нужно немного идти правее, но не сильно. Но так или иначе, сейчас вы видите на экране, как это сделал лично я. После чего наши частицы взрываются, и нас перекидывает к инопланетянину, у которого мы продолжаем брать задание. И как только вы его возьмете, ваша задача будет пройти темный лабиринт. Но чтобы из него выйти и собственно его пройти, вам не нужно искать какой-либо выход на противоположной стороне лабиринта, ведь задача чуть иная. Вы должны, ходя по лабиринту, найти целых 5 таинственных предметов. Выглядят они вот таким вот образом, но так или иначе вы их ни с чем не спутаете, потому что они очень сильно сверкают. Скажу так, задание с лабиринтом довольно-таки трудное, не в плане самой задачи, а конкретно потому что затратится неплохо так времени. Лично я проходил около 15 минут, ведь постоянно путаешься и не понимаешь, куда тебе идти. А я вам скажу так, лабиринт довольно-таки большой, поэтому всем терпение. Ну и после того, как вы нашли последний, 5-й таинственный предмет, вас перекидывают в следующую комнату, где нужно взломать двери, сопоставляя картинку. Сразу говорю, с этим заданием у вас 100% возникнут проблемы, ведь даже я ее прошел не с первого раза и не понимал, как это делается. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как ее проходить достаточно легко и быстро. Самое главное, смотрите и слушайте внимательно. В самом центре мы видим круг, на котором изображен символ, который направлен стрелочкой вверх. Ваша задача кругом, который подсвечивается белым цветом, нажимая на клавиши А и Д, как нам показывает сама игра, сопоставить эти картинки с кругом по центру. Далее мы переключаемся на сектора выше клавишами W и S, то есть у нас переключается на круг повыше. Ваша задача уже сопоставить все символы с кругом, который мы сделали до этого. И так постепенно переключаясь до самого большого круга, сделать полноценную картинку, где все символы направлены вверх, как собственно и изображено на картинке в самом центре. На самом-то деле звучит все довольно-таки сложно, но я постарался объяснить как можно легче, но так или иначе вы хотя бы поняли суть и на практике до конца разберетесь и будете потом клепать эти изображения за 20 секунд. Ну и после чего мы заходим в следующую комнату и сразу же заходим в левую дверь, где вам нужно будет взять оружие на синей метке. После чего соответственно выходим, и нас встречает какой-то брюшелец, которым вам нужно будет убить. Убивается он довольно-таки долго по ощущениям, но мы просто-напросто в него стреляем, и как только он исчезает, мы заходим в лифт. Квест полностью проходится, и мы получаем целых 1200 кристаллов на ваш аккаунт, что довольно-таки неплохо для такого квеста. В принципе, на этом квест пройден, и под конец я решил подкрывать пару кейсиков на 50 тысяч Majesty коинов, буквально таки быстро. Давайте я быстренько закуплю Majesty коины, так, 30 плюс 28 и еще на сколько я могу закупить, ну давайте вот так сделаем и еще вот так на 3000. 160 кристаллов у нас получилось, давайте закупать быстренько наши кейсы. Хэллоуин 2023, выбираем максимальное количество, так, еще закупаем на сколько, на 20 тысяч, еще на 9 могу плюс-минус, да, 8800, отлично, 73 кейса целых у нас получилось, намного больше. Я думал, у меня выйдет плюс-минус 50. Ну, ладно, короче. Блин, звук сильно громкий, надо убавить. Так, откладываем донат инвентарь. А это откладываем донат инвентарь, конечно же. Скидку мы откладываем донат инвентарь. Это у нас что получается? Верты, мы их тоже, конечно же, откладываем. Опа-на, 100 тысяч, неплохо. Так, полетели дальше, открываем кейсы. Маска, всякие кристаллы мне падают. Ладно, пойдет, 5% скидка. Окей. 7 тысяч валюта, валюта, как всегда. Блин, как она меня бесит, просто я не могу. Так, ладно, давайте быстренько их откроем. 7 тысяч валюты, блин, дайте мне тачку, ну реально, под конец, как будто бы вот после прохождения квеста самое то получить какую-либо тачку. Опа-на, 5 тысяч кристаллов, сюда, отлично, просто броник, неплохо так сыпет, 25% скидка на покупку одежду, хорошо, 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 нужна тачка, пожалуйста, дайте под конец машину, я вас прошу, 1000 кристаллов, отлично, пойдет. Так, и где же моя тачка, вот сейчас чувствую выпадет, под конец, ну, 100 тысяч вертов, неплохо.
пойдет. Тачку дайте мне под конец, 25% скидка, хорошо я вас услышал, 100 тысяч вертов, анимация, ну блин, анимация у меня все есть, поэтому я их скорее всего просто распылю, ну блин, я не понимаю, где моя тачка, дайте под конец, ну я открыл уже больше 50 кейсов, где машина, пожалуйста, и опана, тачка, но не золотая, не та, о которой я говорил, но блин, хоть какая-то тачка упала, кстати прикольная, я не знаю, что у нее с колесом, что двухместная тачка. Ладно, короче, прикольная машина, я думаю, в коллекцию чисто оставлю, просто сохраню. 8 кейсов тем временем остается, и у нас такого жесткого ничего, в принципе, не выпало. Меня это, конечно же, разочаровывает. И последние 3 кейса, 100 тысяч вертов, черный франк с тыквами, пойдет. Ну и легкий броник. Короче, вот такое у меня открытие получилось. Кстати, ребят, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, комментариев и подписок на мой канал. Это лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну а я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем добра и позитива, всем удачи и пока. Ну и конечно же подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic Coins. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне во ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин, желаю всем добра и позитива, всем удачи и пока.